Привет всем! Сегодня я записываю новый туториал по просьбе людей в скайпе, как сделать мой Counter-Strike Source в A3.4 на old версии. Этот туториал я буду записывать из нескольких частей. Так, начнем. Заходим в Counter-Strike Source в A3.4 для мувиков в отдельную контру. Зашли. И для этого нам нужен будет конфиг. Я записываю с помощью конфига Enigma, чтобы не прописывать каждый раз в консоли, записывать скринами, устанавливать скрины. Где скачать этот конфиг, я выложу в description ссылку, кто не знает, где скачать. Так, заходим в настройки, видео. Это для тех, у кого квадратный экран, чтобы было качество HD. Так, нажимаем формат, ширина экрана 16:9. Здесь 1280 на 720, извиняюсь. Нажимаем применить, окей. Так, далее заходим в демо плеер, выбираем демочку, которую вы хотите сделать мувик. Так, нажимаем открыть. Прогружается демочка. У меня не очень хороший комп. Она долго сейчас грузиться будет. Подождем немножко. Так, прогрузилась демочка, жмем паузу. А сюда мы вписываем тик. 6300 у меня лично. Нажимаем на тик. Ищем наш момент. Вот он, от КТ лица. Так, еще я записываю, чтоб КТ и Т были в одинаковых скинах. Для этого прописываем команду KL-min KT2 T1, чтоб заработала команда. Еще KL-min models 1 прописываем. Далее, чтоб было солнце поярче, прописываем R World Hitch 2. Окей. Вот наш моментик. Сейчас посмотрим, какой момент. Вот видите, он в одинаковых скинах. Теперь посмотрели моментик, нажимаем на тик, теперь будем записывать скринами. Что записывать скринами, я вам сейчас расскажу. Нужны кнопки F1, F12. F11 это запись скринами, а F12 это стоп скринов. Далее в этом конфиге будет забиндены кнопки, как стрелочки вверх-вниз, лево-право. Это для FPS. Чем больше FPS, тем медленнее будет записываться в контре. Мы запишем в 500 FPS. Я обычно записываю сам момент в 1000 FPS, сам смут в 1500. Сейчас моментик спрей запишем в 500. Вот, 500 FPS у нас показывает в консоли. Так, нажимаем на play. Так, нажимаем F11. Поехало у нас записываться скрины. Пока записывается, если у вас слишком долгий момент, вы можете пойти там чай попить и так далее. Главное вовремя остановить, чтоб на компе там много записи не занимало. Вот наш моментик. Сиковый такой. Ну, я думаю, хватит вот этого. Нажимаем F12.